Маленький ролик. Перед зрителем у нас вон там кот. Я его сейчас что-то потеряла, а он, оказывается, внезапно снова залез. Слушайте, он сам ее туда подоткнул. Она просто рядом лежала, там вот под ним коричневая-то. Раньше на стуле лежала, еще бабушка шила, там, с другой стороны, синенькая тряпочка. У меня фотка в Инстаграм была, где эта черепаха-кот лежит на этой тряпочке, уволок ее и подложил под себя. И тут уволок ее прям вот, видимо, она ему нравится. Тиша, ты весь день сегодня буйствовал, там, кстати, видно эти синие кусочки. Орал, вопил. Наконец-то угомонился. Так, кстати, ивановский котеночек рядом с ним лежит.